Братья и сестры, молодежь, сердечно всех приветствую. Хотел бы сегодня обратиться ко всем вам с просьбой и вот напомнить о том, что у нас 11 сентября, как обычно, во всем нашем альянсе наших церквей Северной Америки проводится день молитвы и поста за молодежь. И я хотел бы сегодня вот напомнить об этом, сказать, пригласить всех сердечно к тому, чтобы вы подключились к этому вот дню, к посту, в молитве за молодежь. Сейчас время действительно непростое, поэтому думаю, что мы очень хорошо понимаем, что это важно молиться и молиться особо за молодежь. Тема молитвы мы избрали, это записано в Евангелии от Луки, 18 глава, 1 стих. Христос, когда говорил притчу, Он сказал: «Должно всегда молиться и не унывать». Думаю, что мы знаем хорошо эту притчу, притчу о вдове, которая просила судью о защите. И очень интересные слова в конце вот своей речи или своем обращении Христос сказал ко всем ученикам и тех, кто его слушал. Он сказал такие слова: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Я хотел бы пригласить всех, братья и сестры, вот, матери, отцы, дедушки, бабушки, хотел бы особо вас пригласить к тому, чтобы вы подключились в посте и молитве за молодежь. Я думаю, что так же, как и мы, вы также молитесь о ваших детях, вы молитесь о том, чтобы Бог сохранил их. Я думаю, что вот, наверное, так же, как и у нас, у вас молитва содержит большую часть, молитва просьбы о сохранности детей, чтобы Бог сохранил их в этом мире. И в это время, когда очень много времени, когда вот нету часто служений, нету времени для общения, больших общений, может быть, мало молодежь общается в церкви, большую часть, к сожалению, наверное, молодежь проводит где-то на интернете, в каких-то вот таких социальных сетях. Я очень просил бы, братья и сестры, давайте подключимся, искренне подключимся в просьбе перед Богом, чтобы Господь защитил наших детей в этом мире, в это последнее время. К молодежи хотел бы также обратиться. Молодежь тоже, пожалуйста, подключитесь к этой молитве. Я думаю, что, может быть, вы не до конца еще осознаете важность вот этой сохраны, чтобы Бог сохранил вас от греха, от этого мира, чтобы Бог послал вам эту защиту. И Божье обетование, посмотрите, что Христос говорит. Он говорит: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит?» То есть, другими словами, Бог тем более защитит нас, защитит вас, молодежь. И я очень прошу, чтобы во всех церквях, братья и сестры, служители, матеря, отцы, дедушки, бабушки, молодежь, давайте этот день посвятим вот этой молитве, посту перед Богом, в просьбе за наших детей, за нашу молодежь, о том, чтобы Бог сохранил от этого мира, сохранил от греха, чтобы молодежь действительно была послушна вот Богу в это последнее время, чтобы имела страх Божий, чтобы ходили свято. Вот, и вот эта тема. Может быть, сделать короткие какие-то проповеди или как-то вот сделать общение. Молитвы разнообразные можно делать утром, вечером, ночные молитвы. Но в этот день, 11 сентября, всех сердечно приглашаю. Давайте мы посвятим этот день в посту и молитве за нашу молодежь. Всем, всем желаю много обильных Божьих благословений. С Богом!